Разрезаю одну дольку чеснока напополам и кладу в стакан с теплой кипяченой водой. Пьют чесночную воду вечером через час после еды перед сном. Во время сезонной простуды это отличный вариант поддержать иммунитет. Чесночная вода чистит сосуды, разжижает кровь, предотвращает образование тромбов, снижает кровяное давление, увеличивает устойчивость к инфекциям, уменьшает боли в суставах, благотворно влияет на работу печени и почек. Избавляет от скрипа костей, очищая костную структуру. Чистит сосуды головного мозга, очищает кишечник от всякого рода паразитов, нормализует давление. Не стоит злоупотреблять чесноком, если у вас обострение гастрита, язвы или другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Пишите в комментариях, пьете ли вы чесночную воду или просто употребляете свежий чеснок или в высушенном виде. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.